Где теперь мой этот рояль искать? Какой рояль? Ну, ты до сюда доехал? На чем мы катались? Ты его в гараж протонул? Вчера, что ли? Да. Ой, я что, помню, что? Его надо было новый протонуть в гараж, и еще его надо было на стоянку отправить. Так, ну что, куда мне съездить? Пойди, куда поедешь? Какой задание брать? Я пошел машину свою искать. Эти же криворукие разработчики не могут сделать по-человечески? Естественно, нет. Ну все, уроды они конченые. Будет слишком просто. Нам не надо просто. Мне надо просто. Где оставил машину, там хочу забрать. Ну, в своей игре ты ее изберешь, там где-то оставил. Куда я должен в чужой забирать, там где-то оставил? Да? А если я в Денискиной оставлю там, где оставил? И что будет? Чужая игра. Имеет, да, право. Конечно, чужая игра. Ага. Копиратив называется. Чужая. Только не будет. Буду бузить. Я тебя буду бузюн-бузюн называть. Как хочешь называй. Я его в своей игре специально оставил там, чтобы, допустим, потом было мне удобно. Ну, из-за этих криворуких уродов я должен теперь машину в гараж телепортировать, потом обязательно ехать на это место заново. Бузюнчик, бузюнчик. Уроды они. Бузюн. Какой же он медленный, да? Ты куда их повез? А вот для гаража там еще зал. Думаю, я к тебе. А вот не зал. Спросил. Дениска, положи. Я на пенек попал. Где ты вообще? Вот я вот тебя сзади тебя уже. Ну вон цепляйся. Далеко.
Хорошо, стой. Давай, ты сможешь. Сбоку, что ли? Ладно, я останусь, хорошо. Я за счастье. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Что-то я забыл, что там эти пеньки на открытых местах. Решил срезать и слить его. А еще коварная ночь. Куда так несешься? Так это не а вот. Так. Я говорю, ты кому? Тебе, ты же в пивет упал. Я в поворот не вписался. Я говорю, в поворот несешься. Денис, так задумано было, скажи. Ну там я видел, что какого сапенька нету, знает, можно принестись. Даже уйдя в канаву. Это вы какие, каменепад этот хотите сейчас делать? Я возле гаража, а Денис там, где бензоколон. Нет. Чините вы где, камнепад? Задание. У меня опять камни задание. Да, это оно. Окей. Я его сейчас сделаю. Там у нас доставка на ферму какая-то есть, это не. Там одно что-то добавлено, это доставлено, еще каких-то два дна доставлять. Пойду посмотрю, что там с голодными рабочими творится. Может тебе, Дениска, дать какую-нибудь штучку покататься? Не надо мне ваших подачек. Не, ну погнали. Ты куда? Не знаю, тут на складе он какой-то, горит контракт. Поеду пощупаю. В
Всех накормил. Я уж только начал. Блин, а призыв-то маленький, а я на грузовике попёрся. Эх, Денис-то. Но там же не написан какой. Все сейчас за звук. Вызов. Кого-то кто-то обо что-то бился. Не знаю. Я там никто не обо что не бьется. Нет. Я к домику лесника еду, у меня еще 3 места свободных в Шаландии. Что-нибудь надо в ту сторону? Моему заданию нет. Окей. Я там расходник. Этот не понял, а что, мелкий прицеп даже нельзя грузовику цеплять? Вроде можно. Что-то он не видит его. Если у него парков есть. Есть. Он, может быть, имеет в виду прицеп от этого, от скаута? Ну да, ну, еще, это рабочий, ну, а других мелких и нет, вроде как. Правильно, у него же низкий этот паркоп. То есть прицеп от скаута на грузовик не цепляется, по-моему. Втрое весело. Дениска, Дениска. Ох, что это хотел сказать. Могли бы просто посочувствовать. Мы тебе сочувствуем. Поздно. Никогда не поздно посочувствовать.
трубчики легковушки тут такие валяются. Да какого хера? А, без выражений. Так я че на ревном месте? Ура, нам денежек подвалило. Да, у кого-то сейчас денежек, наверное, совсем нету, да? Купил новую машинку. Он только одним глазком на нее посмотрел. Ты тоже, говорит, можешь прыгнуть в гараж, ну туда вот, типа, не по сюжету, там раньше времени, не купи. В смысле, что значит не по сюжету? По сюжету. Он доступен, значит, можешь туда прыгнуть. Нет. И катались бы спокойно, потом купили. Нет, то надо ему этот выпендриться. Нет. Ты уже понравился. Нет, не надо. А какую сторону нужно было не открыть? Неважно, ты все правильно сделал. Ага.
Ну, по-другому не умею. Ты поддакиваешь ОС, а он неправильно выступает. Я спросил, в какую сторону мне ткань давит. Невезущий рыбак. Небось опять маленькая. По-моему, да, там что-то машинку, по-моему, тащить надо будет. Вроде бы. Бабушке где-то далеко в глубинке в Таймыре нужно привезти хлебушек. У вас туда ездил, КамАЗ покупал. Хлебушек привозил? Вот одним близком на бабушку глянуть и КамАЗ купил. А как же Татарин? Бабушка мне на хлебушек взамен хлебушка КамАЗ подарила. А как же вот этот броневик Татарин? Что, не нравится? Он, наверное, еще не скоро будет доступен. Возможно, даже только у донатеров. Ну, а как у тебя денёк прошёл? Ай, нет. У нас там опять из-за этого зелёного базара, про который Паша говорил уже, сократили время этих работ. Продовольственных, непродовольственных рынков. Ну, это вот как раз боятся, что типа это рынки там массовые заражения будут до 16, ой, в будни типа до 16 часов, выходные до 18 часов с 9, а не с 10. Вот. И типа бары и заведения работают до 10 часов. И типа боятся. Если боялись бы и не хотели, они вообще это закрывали. Да, понятное дело, ну, типа, ну, тот же режим ХЗ. Можно же потом, как бы экономику... народ будет вилы доставать. Ну что, мы же делали, вот мы же пытались. Можно же и экономику поддержать, и заражение уменьшить. А, и типа банки, ну мы и так, конечно, уже вообще наш отдел, что там, 80%, 100% сейчас на удаленке практически сидит. Там типа для банков и других структур, ну, финансовых, типа 50% обязательно на удаленке, типа, сидит. Сегодня спросил у друга, ну чё, как тебе первый день сидеть на удаленке? Говорит, кай. Как отпуск. А для счастья всего лишь там нужна слава, чтобы начальства не было. Или не было мозг. А нет, ты поаккуратнее, я тут записываю. Понял, окей. Да вот прям на счастье будет потом со стрима смотреть. Я же им отправлю ссылочку. А, я думал, ты боишься там про это, что забанит YouTube. Сейчас да, они опять трёхтонны. Да мне по... На это начальство. Да я его... Ну, начальство. Да господи, кому это надо? Он и так знает, как мы к нему грубо говоря относимся, но ничего понять не можно. Это уже взаимное, да? Ну, как сказать... Всё как обычно, это же нормальный обычный банк. Все друг другу улыбаются, а за глаза готовы друг друга сгрызть. И при этом, знаешь, все красивыми словами прикрываются. Мы работаем ради одной цели. Мы работаем в одной большой финансовой структуре, должны помогать друг другу. А по факту, знаешь, как это... Я с одним чуваком говорил,
Ну, он тоже, конечно, понимает это все, усмехнулся, говорит, ты что, мы же работаем в одной финансовой структуре, почему ты нам не помогаешь? Я говорю, ну, Серег, представляешь, если я буду помогать тебе в ущерб своей работе, и по факту я не сделаю свою работу, потом мое начальство скажет, типа, а, ну, ты ж помогал другому департаменту, молодец. Платят, ну, вот за них и получаю зарплату. Ну, нет, вот эти разговоры этим и заканчиваются, прекрасные протоки, типа, работаем на одну структуру, двигаемся к одной цели, мы все в одной команде. У нас у всех одна заработная плата. Ну, все получаем миллионы. Вот это, кстати, тоже нужно было ему сказать, слушай, а ФЦР кто закрывать будет? Ну, это наши, типа, премии в конце годичной берут. Вы нам заплатите? Да, то же самое. Так-то да. У нас тоже этот любит песни заводить. Типа, я для вас, я все для вас, бла-бла-бла. А вы неблагодарны. Лапка неблагодарна. Он же все для нас. Угу. А еще это сегодня подколол этот друг, это начальство. У них же типа это завтра приедет в одно это как его здание, ну там, видимо, договорились этот как его забор анализов, как это называется. И, короче, сказали, там-то прийти, сдать анализы и по списку, ну вот то, что я говорил, там те, кто в четверг был на работе. Вот. И типа друг спрашивает, а время расписания, то у нас же как бы утром обучение, типа, когда? Ну там, с 14 часов в режиме живой очереди. Друг написал, классно, коронавирус в режиме живой очереди. Все столпимся в предбанничке, будем дышать друг другу в затылок. Блин. Тори, конечно, на это ничего не ответили. Так оно так и есть. В больнице вон мы когда медосмотр проходили, ну профосмотр, то же самое, там маски на этот на входе про этот как бы заставили одеть. Ну не заставили, без маски не пускают. Температуру померили, там типа руки с антисептиком протерли и все, а дальше как хотите там. Ну мы все стали толпой на этот, в очередь на рентген. Нормально.
Есть такое нехорошее подозрение, если я даже и доеду, то назад на дороге керосина уже не будет. Ай, Дениска, Денишка. Ты знаешь, вот или со щитом, или на щите. Так вот, на щите не возвращайся. Как ты на щите? Да, я на мальчик перевожу на область с другого конца заезжать. Вот так вот. Топографический кретинизм, а еще геодезист. Как он тебе, Дениска? Тоже учился. Ты да, невезучий рыбак едешь, что ли? Конечно, через дамбу на было. Да я вот по большому кругу долбанул. Дениска. Так я вон туда рядом прицеп пригонял, думаю, заодно за рыбаком съезжу. А не трать времени, не довезешь ты. Хоть письмо, то ему за грузовиком вообще ехать придется. Вообще как будто да. А, Паш, ты здесь? Mm-hmm. Ты помнишь же игрушку Анепик? Да. Они же, короче, другой пример для стебалов выбрали. Она, вот это единственная классная игра, по-моему, которая была анонсирована на этом PC Gaming Show. Теперь она называется Unmetal. Как ты думаешь, чё, какую игру будут они обсирать в этот раз? Не знаю. А, ну да, ты же это. Это у Геви. Да.
Metal Gear. Там вообще такое все показывали. Зацени ролик, вот сейчас забей, а она... Так, подожди. Вот ты сейчас что делаешь? Да вот, голодный рабочий везу. Я никак не доеду, я перевернулся по дороге. По своему обыкновению. Денис, активируй задание припасы на зиму. В контрактах. Всем спасибо. Дениска, ты могёшь. Едва успели, еще немного, начался бы бунт. Отличная работа.
Нет, припасы на зиму я делаю. Я сейчас того прицеп тащу на базу снабжения. Это самый верхний левый угол карты. Денис, а ты? А он рыбака мучает. Я просто смотрю, здесь это задание самое важное, топливо там уже доставлено. Тогда я или кирпичи, или доски, сейчас посмотрю, что там. Потому что это мы в прошлый раз сделали. Удивительно, и топлива хватило, и дотащил даже. Получается, обе точки достал. Больше нету. Кстати, вот где я сейчас еду, если посмотреть, можно проезжать.
перекатился, да? Нет. На камни подкинул, что аж перевернулся на месте. Ешь, опять. Ну, опять остался. Так, тебе надо, я больше перевалился. Да что тут за камни-то сраные? Кто сходил на камни, признавайтесь? Так реально на них тачка подпрыгивает и все, жопа. А теперь, походу, в это расцепляться не за что. Как раз жопа и обтахала. Хитрый, поставь меня на колеса. Не могу. Где ты вообще? А, есть. Где ты, друг наш? Чуть ниже Кирилля валяюсь, там где Рика сдавила. Ну, Дениска. Красиво валяешься. Сейчас, погоди.
Офигеть, я поднялся. Я только за тобой выехал. Нет! Да, кто-то эти камни это насыпал. Прям реально на них подпрыгивает. Ты едешь вот? Иди доставай меня. Я уже задолбал подниматься и опять опрокидываться. Опять все щитом или на щите наставим. Че ты умер? Где твоя эта геодезическая чуйка, а? Я чувствую, ты сейчас опять упадет. Не каркай. Что же, я напрасно ехал, что ли? Нет, не напрасно. Посмотрите, где низко встает. И ложится. Пьяненькие ножки. Колесики. Ну или колесики. И где-то за Дениска. Дальше полез. Надо еще через лес срезать. А вот статьи срезать. Так что возможно сейчас будешь поднимать. Быстро кругалик сделал. Не-не-не.
Да что ж ты прыгаешь-то так? Радио вышки не доехал, что ли? В смысле? Вот я сейчас на дорогу вышел к ней. Нет, так ты же только что возле нее был. Нет, там задание берется радиовышка, а теперь ехать к ней. Ну, это ты панику наводил. Они тут раскидали их. Да они там легко делаются. Вот, там грузовики их сделал. Да. На скауте это вообще без проблем. Не знаю, учитывая, что я на ровном месте умудрился 4 раза подряд опрокинуться. Но это на ровном, а на кривом у тебя все получится. Как говорится, талант не пробьешь. Да, Дениска? Да, значит, на этой подвеске себя фигово ведет. Ее на камнях тупо подкидывает.
Где ты опрокинулся-то, паскудина? Все там. Да ёп! Денисыч, что тебя колбасит? Похмели. Это тебе вытаскивать надо меня. Мне тебе тут не за что забрать. Я даже не знаю, что ему сказать. Я приехал к нему вытаскивать, и он от меня уехал. Давай вытаскивайся сам. Не за что цепляться. Как не за что? А за воздух? За надежду. За надежду цепляйся. Кол. Паша. Радость наша. Не спорим. Ну, блин, на почки поднялся. На другой бок перевалился. Там, кстати, на Алиэкспресс летняя распродажа началась. Если там что-то кто-то хотел, имейте в виду. Ишь ты, хочешь коронавирус нам из Китая заказать? То у вас своего нету. У нас свой отечественный. Да блин, а хитрый Димня поднимай, я уже 4 раза опять я уже приходил тебя поднимать. Ну, три, знаешь, ты еще раз. Пап, подними. Посмотри, где он, а где я. А где я? Нормально, вроде встал. Вот, так, приехал, а он опять встал. Ну, я тебе говорю, надо просто нас подождать. Короче, в следующий раз один позовет на помощь, нас мы ждем. Нет, это этот... К басне про этого... Про пацана и волков. Да-да-да. А здесь я не шучу, я здесь один заваливаюсь. Не знаем, мы не видим. Там повезло, что я на горе лежал, немножко вниз съехал, и уже появилось за что цепляться. Ну, Славейка, судя по тому, что я вижу, он лила. Вот этого, чё, с камеры в основном. Короче, ставят, похоже, второй ствол на точность. 45 тонов. Реально можно по стволу определить. А, никакой ручки не ставят. И я вот не заметил, глушак, по-моему. Это ушак. И ствол это 3. А, еще прицел ставят. 4, да? Да, стоит глушак монолитный последний. И, короче, видимо, либо ручку, либо приклад ставят. Ручку имеется в виду, не ручку, а рукоять.
Но это по внешнему виду не определишь. Да, стоит глушитель, 45 патронов, длинный ствол, прицел. Ну, там на любителя, я так понимаю, какой тебе удобнее. И, видимо, либо рукоять, либо приклад. Ну, вот ну, это ты меня не видел, я все сделал. Выкашивает, слава дай бог, каждому. Прям вот хорошо. Значит, я в тебя не верил, я наоборот в тебя верил. Так верил, что на помощь я не поехал. Поэтому не поехал, что верил. Я говорю, поэтому и не поехал, что верил. А этот, как его, таскают, этот последний ствол квадратный, 40 патронов, рейнджерская, либо наемника, я так понял. И этот, по внешнему виду, судя. Приклад? Да. Оптику не ставят. Ставят. Два. И приклад 5. И нет, дистанция. А что вы вообще детали возите? На прицепе в кузове. В кузове, да. Одна деталь, один кубик занимает. Ну, то есть одно место в прицепе.
ковырять, где это? Станция обслуживания или нет? Ну там, по идее, это, ты когда задание смотришь, там ты выбираешь, ну вот, что тебе нужно взять, тебе на карте показывают, где это можно взять. Нет, тут стоит статус ремонта 51%. То есть я вот на это, в скутере приехал, я эту часть деталей выгрузил уже в него. Ремонт. Ну, и ты имеешь в виду, где ремонтный, это тебе нужен этот, ремонтный прицеп. А не станция обслуживания? Станция обслуживания, она стационарная вообще. Прицеп ТО или нет? Или сервисный надо? Хитрый. У вас сервисный? Слав. Чем прицеп ТО от сервисного отличается? А, ну этот ТО, он универсальный, там и топливо есть, и запчасти. Ну, а как, сервисный там запчасти. Как я и предсказывал, Слава. Че? Ну. Где ты? Паш, тебя не слышно. В чате, у стримера, где типа качать стволы? Типа сетевую уберут, вот добычу вернут, типа мы будем качаться. Как я и думал, добычу не вернули. То есть они сейчас будут усиленно собирать статистику по командной борьбе. Если она будет более популярная, чем добыча, то добычу не вернут вообще. Ошибка их не будет. Нет. Да. По мне так не ошибка. Ну, в смысле, их дело. Они, так сказать, по-капиталистически подходят. Что более популярно, то и оставляют. Я тебе говорю, что команда не будет популярна. Ну, они посмотрят. Если не будет, тогда вернут добычу. Пускай смотрят. Но судя по тому, что вот все пишут, по крайней мере в чате, из всех в добычу играют только качать стволы. А командная борьба в этом смысле даже лучше. Нет. Да. Нет, ты там можешь качать только снайперку, все. Нет, да. Я там спокойно пулеметики качал. Ладно, все, это чисто, это опять же субъективное мнение, мне спорить не хочется. Я там Холгера в топ вывел. Хорошо. А я все остальные стволы в добыче вывел. И не испытывал в этом трудности. Ну, я у Холгера не испытывал в командной борьбе. Хорошо, я говорю, это чисто субъективное мнение. Кстати, дурак зря, блин, покупал этот прицеп гребаный. А наказывает тот на карте неподалеку от задания того был. Чего ж ты не смотришь? Архитра не идет мне доставать, я нервничать начинаю. Вот не надо вот таких оправданий лево.
Это гребаная ель. Славика. Где сейчас? Там же. Как притащил туда этот
Ты его прицеп, он не хочет сдаваться. Может быть, сначала надо покрышки потащить? Слушай, Слав. Не знаю. Ты можешь сейчас пересесть в этот Chevrolet мой? Сейчас, минутку. Ты хочешь проверить, убьет ли Слава сингализацией? Нет, я просто Славке хочу показать, как прицепом можно подсказать. Где твой Chevrolet? Ты просто его выбери на карте. Ну, через список. Chevrolet, который... Скаут? Ну да, так он вроде один, там 1500 стоит. Вот видишь, я просто включил сейчас. Камера нормально не вертится. Чё ты притащил? Груз, говорю, видишь, как притащил? В смысле, на лебёдке, что ли? На кране. Ну, какая разница? Лебёдка, кран. Бага-юзер! Почему бага-юзер? Так в реальной жизни делают. Ты чё, Денис? Ну да. Я серьёзно тебе рассказал. Нет. Что нет, когда я видел-то? Нет. Кран, когда возят, вообще там груз никакой не висит. Денис, ты хоть посмотри, хоть как это выглядит. Ой, дай Денис сядет. Не отвлекай, хитрый, я тут в говне закопавший. Ну ты пересядь, посмотри. Нет, я почти доехал. Нет, ты должен пересесть, посмотреть. Все, я тебе верю, все. Нет, ты не знаешь. Ну, убедил, все, я верю. Ты не знаешь, давай смотри. Все знаю, молодец, Сус. Нет, ничего не знаешь, надо пересядь быстро. Ну куда, куда? Сюда, сюда. Это я его починил. И чё здесь? Где? Шевроле твою. Ну я только что возле него стоял, вон, видишь, я отъехал туда. Так я, в чем разговор-то был вообще? Ну как я это прицеп прицепил к этому. Хотя у меня фарков недоступен. Вот, видишь, где он есть? Стою, вот, подъехай сейчас сюда. Все, все, я назад поехал. Прицеп надо возвращать. Какой? Купленный. Ты продать можешь его обратно. А, хотя вон тут еще один ремонтик есть. Ой, поковыляю туда. Народ, сука, глянь, звук. Осу можно не смотреть.
хлопнул два раза. В принципе, по его внешнему виду можно и не хлопать было, так все понятно. Чего там кинули? Ну то, что Павлик скинул. Да мне проблемно сейчас посмотреть. Так все на словах там сказали. На словах нельзя привозить. Народ, я спать пошел, давайте. Какой ночи покажешь? Спокойной ночи.
Мы это сделали. Мы молодцы. Угу. Так, Славик, что там делаешь сейчас? Припасы на зиму. Запчасти для машин везешь? Да. Прицеп ТО пригнал, а он что-то этот... Не хочет сдаваться. Думаю, может, запчасти сначала надо? Не хулиган. Что не хулиган? Керосинки подкинь. Какой керосинки? Любой, главное, чтобы горело. Зачем тебе, Денис? Потому что у меня сейчас скоро топливо закончится, а я не доеду до миссии. Я верю в тебя, ты сможешь. Ребята, ведь понимаете, каких безалаберных людей вы набираете себе в команду на Дальний Восток? 4 раза перевернулся. Бензинки не хватает. Да, 4, уже больше. Мне кажется, знаете, он помимо того, что на запчастях килишует, наверное, налево продает, так он еще и керосин сливает. Мне так кажется. Он его пьет. Зачем, если можно переводить в деньги? Это необъяснимое, Дениска. Я, кстати, подъехал к месту, где в прошлый раз опрокидывался. Правда, вытряс машина другая. Результат закрепить хочешь? Да не, это не должна прикинуться. Это такая стача, это у меня вечно на козу встает. Хитрый, ну дай керосинка. Дениска, я на другой карте. В смысле, на другой? Опять одним глазком пошел смотреть. Нет, я по заданию. Мы тут стараемся вторую карту закрыть, а ты... Я прицеп ТО вам забираю. Нет, подожди, вот какого хрена он не хочет принимать прицеп ТО? Ну он неправильный у тебя. Что значит неправильный? Там написано, что как с конкретного места надо забрать. Доставьте нам базу снабжения, прицеп ТО. Я специально нажимаю карту, выбираю это задание. Припасы на зиму. Щелкаю на прицеп ТО, и он мне не говорит, что я должен его откуда-то забрать. В смысле, а на нем лупа стояла? Чего лупа?
Но там, когда именно подходящая для задания, в прицепе или машина, на ней лупа стоит. Хорошо. Ты куда поехал? Там лупа стоит? Да. Я переходил. Ты куда поехал? На эту, на первую карту? На первую карту, там где нефтяная вышка. Ай, задница. Думал, то же самое будет, починить ее и все. А хрен там. Идите теперь доставляйте меня. Они конченые уроды, еще раз говорю, не могут нормально задание писать. Ну, в смысле, ну, а это всегда лупу показывает, это нужная машина или рецепт. Чего? Мой чисто русской версии проблема. Еще раз. Я нажимаю задание. Выбираю прицеп ТО. Он не показывает, нигде не пишется, что иди с соседней карты его притарань. В смысле, он указывал, вот я сейчас когда выбрал, он указывал на тоннель. Да мне нифига не указывает. Ну не знаю, как ты смотришь там. Ну я смотрю. Я видел сейчас, что он показывает на тоннель? А мне не показывает. Ну не знаю. Ну я зато знаю. И зачем я сюда этот блядский прицеп тащил тогда? Ну, тренироваться. Ну, а, и вообще не ругайся. Буду ругаться. Нельзя. Можно. Могу слушать великого оса. Я расстроился. Меня кино будут дети смотреть. Пускай дети смотрят детский контент. Так он и детский, тут машинки. Нет, не детский. Тут сидят три жлоба старых и играют в машинки. Где же он детский? Но. Да-да-да. Так, погодите, какой я грызу дали? Да у меня не было грызы. Эвакуацию если сделать, она вместе с прицепом эвакуируется? Нет, нет. Нет. Да блин, а? Я проще его просто отцепить. Прощайте, мои шесть карт. Прощай, Денис. Вон, детки, я спать пошел. Ну, Славочка, ну не уходи. Так что, я прицепик довезу. Почему? Играйте. Ну подожди, ну Слава. Я вам не мешаю, играю. Тебе что же эти задания надо? Мне не сделаны уже. И у вас они тоже сделаны. Да, я тоже. Посмотрели. Нет, у меня они, кстати, не сделаны. Я посмотрел, у меня вторая карта только чуть-чуть лишняя. В смысле, тебе что, не засчитывается статистика, когда мы играем у меня на сервере? Нет. И ни у тебя, ни у Дениски. У меня-то какого фига не засчитывается, если бы... Нет, она мне не засчитывается. Если я создам свою игру, то все, что мы у вас открывали, попритаскивали, у меня не будет открыто и притащено. Понятно, точная копия, как Far Cry 5. Нахрена то есть я у вас, по сути, только деньгу зарабатываю. Не, нахрена такой кооп нужен? Деньгу и опыт. Спасибо. Чё-то она мне удручать начинает своими этими нелогическими действиями. Ладно, не удручайся. Ну то есть, чтоб мне потом пройти сюжет, мне надо будет жало катать отдельно. Нет, почему? Ты на своей или на Денискин мы сюжет пройдем. Просто у тебя этот сюжет как не будет в твоей игре. Я про чё и говорю. У меня он не будет зафиксирован. Нет, я не пройду. А ну-ка быстрее проходи. Жало, да. Это блядское маленькое дерево, такая хер большая, блин, снести не может нихера. Чё за идиотизм-то? Ох, этот Денис. А, спокойной ночи. Я захочу. Спокойной ночи.
Еды дай керосина, 18 литров осталось. Уже 17. Не могу. Я показать. Эх. Пойду-ка это спать. Таня нас бросает тоже. Да, да, да. Все нас бросили, Сашка, прощай. Вылазите из говнища и возвращайтесь. Нет, мы не можем. Ничего, вас двое болит. Всем пока. Ты там давай ферретов собирайся. А это что, я всегда, ну как всегда. Относительно готов, смотря в какое время. Все, пока. Но лезть-то фаскудина. Кстати, это я приехал. Здесь наши полномочия. Денис, не сдавайся. Не сдавайся, у меня топлива нет. Все равно не сдавайся.
Да ёп! Ты так я уже ко мне придёшь. Я вот застрял, а вы там для меня. Да я прикинулся, блин, опять надо по новой ехать. Смотри, да я сегодня доеду до этой тачки сряда. Хитрый дубль 3.
что ж ты, паскуда, ты не поворачиваешь? Давай, сладенькая, ползи. Это получается, она здесь физически не пройдет. Я должен был вообще изначально через другое место тащить. Ты там что затих? Да я попытаюсь из воды выехать. Что вы уже этот говно во стороны уже доставил? У меня уже глаз с него дергается. Так, чувствую, придется мне второй грузовик доставать. Что у тебя там случилось? Ничего, говновоз сырено довести не могу. А что там у тебя? То, что он нигде не прилазит, паскуда. Ну и что ты хочешь, чтобы я здесь сделал? Довез его.
ты довез. Но я его починил, тебе его надо доставить на базу, где гараж наш. Это у тебя что там, этот, скаут, что ли? Какой скаут? Я фуру тащу. Ну что, опять не так? Но... Здесь у нас под базой, что ли? Да сраный камешек! Я вообще выбрал худшее место, чтобы его провести. А по торговому не лез. Не знаю, мы его в другом месте ведут. Зараза не хочет поворачивать, это стаскивает в бок. Меня в бок надо дернуть. Сам я никак не выживу. Че тут на стоянке, какое еще дерьмо есть? Скаутом что ли попробовать?
Вниз, тебе нужно влево туда, вот вверх сможешь как-то взять? Где? Ты там что ли у меня? А хитрый. Вот. Все, я уже отогнал свою машинку. Я просто за скаутом на базу поехал, чтобы его пока ее вытащить. Здесь нарисоваться-то успел. Да вот так вот, я Бэтмен. Я тоже Бэтмен. Свинья найдет грязик. Блин, ну... Зачем вылезти сама тут? Эй, погоди, кто ты мне затащил? Пока не трогай, уже завис. Я даже не знаю, как это комментировать. Ты там чё, блядь, в космос себя отправлять собрался? Вот мне керосин залить. Вот лучше пойдет. Аус. Бля, почему в него заправлять нельзя? Ну, видимо, такие условия.
Так все хитрый, назад будем сдавать. Я бы. Ракетчик. Приземлись-ка. Не пугаешь. Ты все выше и выше.
ты хитрый прием это. Не, мне просто интересно. ВСОС. Дальше один нюансик есть, ты между этими гребнями и камнями не пройдешь. То есть надо другой маршрут искать. Это тупиковая битва. Тут получается по самому правому ее еще тащить. Хотя фиг знает, тут посередине тоже эти узкий проход каменный, тоже хер проскочишь. Я на 5 минут отошел. Я тебя жду. Thank you.
Так, я здесь. Это не вытащишь ты ее, там дальше застрянешь по-любому. Давай я буду пробовать тоже подталкивать сзади. Толкать? Давай. Это я, по-моему, в бок надо. Добри ее, чтобы она это не съезжала. Сейчас я подключу. Секунду. Назад откинула. Можешь ее это подталкивать задней? Вот пытаюсь. А вся проблема, что на морде ему на задницу наезжает. Я не знаю, влияет это или нет. Куда полезла? Так, я тут немножко прилег. Я сделал вид, что я этого не вижу. Так, ну чё? Я не знаю, что делать, Диска. Надо как-то мне сбоку от вас прилезать. Я говорю, это её странно как-то потащил, мы её в другом месте тащили.